Руководство государства и священнослужители различных конфессий провели сегодня традиционный молитвенный завтрак в украинском доме. Молились о мире для Украины, о ее процветании. Также почтили память ушедшего вчера из жизни Любомира Гузара. Все посетившие молебен убеждены в том, что подобные встречи позволят объединить украинских политиков. Напомню, подобная практика существует в десятках различных стран мира.